Посреди моря на островке стоит маяк, где живет его смотритель. И вот, значит, ночь, буря, и в море лодка. В лодке почтальон, который везет этому самому смотрителю письмо. Гребет он, борется с волнами, матерится на всю глотку. Наконец доплывает до берега, выпрыгивает из лодки, весь мокрый такой и злой, идет к моряку. Начинает барабанив дверь ногами и орет: «Ну ты, собака женского рода, выходи, я тебе, блин, письмо привез!» Минут через пять открывается дверь, выходит смотритель, и почтальон обрушивает на него всю свою ярость. Мол, живут тут козлы за 100 километров, ты греби тут, блин, жизнью рискуй, потом под дверьми жди и вообще. Ну, в общем, матерится на него минут пять. Смотритель его выслушал внимательно, все сказал: «Ну все, вроде, так вот, ты тут пить мне поменьше, а то я еще газету выпишу». Представляю эту картину. Встречаются две подруги. Одна вся в синяках, другая ее спрашивает: «Что, мол, случилось? Кто тебя так?» «Да вот, уговорил меня любимый на минуэт». «И чего? Делов-то? Ага, у него член 27 сантиметров. Нифига себе, куда ему столько?» «Да вот я и подумала, куда ему столько». Утром в прихожей блондинка учит полуторагодовалую дочечку надевать перчатки. «Вот, зайка, каждый пальчик в свою дырочку», — муж из кухни. «Ты чему там ребенка учишь?» На сегодня все, всем хорошего дня.